Всем огромный привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Совсем недавно я сделала видео, где выбрасываю свою старую обувь. Можете пройти по ссылочке вверху. Вообще, для меня очень сложно избавляться от старых вещей, от старой одежды. Даже если она будет с дырками, мне очень сложно ее выбросить, потому что я могу носить ее дома и чувствовать себя абсолютно такой уверенной, красивой и целостной. Это очень важно для меня. В детстве у меня была такая ситуация, когда мой любимый костюм, я даже помню, он был красного цвета, спортивный, он уже просто разошелся по швам, потому что я девочка крупная, разошелся по швам, и там просто дыры такие большие были. И мама говорит, давай его выбросим. Я такая, нет, это же мой костюмчик. Ну, как-то раз я пришла домой, а она его спрятала, а потом выбросила. В общем, у меня это была целая трагедия. По сей день я уже живу больше 10 лет отдельно от своих родителей. Для меня очень сложно избавляться от старой обуви. Вы могли это увидеть. За кадром я выбросила практически всю. Также спонсор этого видео моя мама. Кто выбрасывает, тот и покупает новую обувь. Огромное спасибо. Ну, это минуточка рекламы. Сегодня мы с вами проведем распаковку. И я была озадачена тем, что так как я выбросила обувь на низком ходу, на плоском, мне нужна была какая-то альтернатива и замена, соответственно. Я была в магазинах масс-маркет сегмента. У нас представлена Бершка, Страдивариус и Пломбир. Показывала во влоге, но сюда вставлю картинки. В Бершке мне понравились такие варианты, там, где плетеная, с плетеной подошвой, очень интересно, да, и такой бантик, но это какая-то морская тематика, ну, как по мне, ну, сложно вписать такой городской образ. А вот в Пломбире и в Страдивариусе практически идентичные модели, разница в 200 гривен, однотонные, с переплетением, либо без. Ну, мне как бы нравился коричневый цвет наподобие самых известных и популярных шлепок Эрме. Я думаю, всем они нравятся, все их любят, они действительно удобны и практичны. Но альтернативу я не нашла, потому что, так как вы знаете, желательно, чтобы эта перепонка была из натуральной кожи, так ваши ножки будет удобно. А в масс-маркете были представлены, ну, практически все только из кожзама. Но лично я кожи у себя в городе не нашла, то есть все кожзам. Я даже не примеряла, потому что так их много, мне аж страшно было от их количества и, во-вторых, от их, конечно же, низкого качества. Я пошла дальше, у меня в городе нету магазина Zara, но я зашла в интернет, и можно найти абсолютно онлайн тоже интересные модели. Также я вам нашла альтернативу из AliExpress. Очень долго там было много вариантов, но я вам нашла один в один из магазина Zara. Даже в комментариях, вот вы можете увидеть, девушка пишет, что просто логотипы, все сходится. Поэтому как альтернатива и как вариант, оно дешевле получается, нежели в тех магазинах, которых смотрела я. Так что присмотритесь. И, конечно же, третий вариант, если вам нравятся такие модели, можно дождаться. Можно дождаться скидок. В конце июня уже стартуют распродажи до минус 50-70%, поэтому успейте отхватить, если вам данная модель нравится. Я же вам расскажу о четвертом способе, альтернативном, который для меня был самым удачным. У меня здесь две коробочки, и мы с вами сегодня сделаем распаковку. Так, у меня обувь от бренда InBlue. Кто живет в Украине, тот наверняка знает их магазины. InBlue производит обувь в Украине и изготавливается все по итальянским технологиям. Я вам покажу, даже значки будут на обуви. Изготавливает производитель все из натуральных материалов, которые находятся на территории Украины. Ну, так он заявляет, по крайней мере. Ну что ж, начнем с распаковки. Первое, что я вам покажу, это мои шлепки и на коробке. Коробки две отличаются, кстати, между собой. Если одна это InBlue Deluxe, говорит о качестве, то другая — это их стандартная коробочка. Такую коробку я вижу впервые. У меня вообще в семье часто покупают обувь у данного производителя, но у меня это, по-моему, третья или четвертая пара всего лишь. Так, начнем с Deluxe. Дорого-богато. Коробка Deluxe. Тут указано, что производитель с надежной репутацией, указано, какой адрес, какая модель, цвет. И цену, можете увидеть, это 489 гривен. Сейчас вам сделаю цену. Вот, у меня 36 размер.
Вот, сейчас вам покажу. Все совершенно-таки обычно и просто, видите. Я выбрала себе такую модель, и вы знаете почему. Потому что Hermès у меня в сердце просто. Мне очень нравится цвет и форма. И, конечно же, материал. Это натуральная кожа. Очень приятная. Просто на ножке не ощущается, они очень легкие. И производитель указан, что это Украина. Где еще ничего не отклеивала. Кожа очень качественная, можете видеть. И на ножке смотрятся просто восхитительно. Сейчас вам покажу. Сочетать такие шлепки я даже вам не буду говорить с чем, потому что практически совсем они сочетаются и будут выглядеть просто изумительно. Красиво и совсем невесомо, так как цвет такой нейтральный и подходит практически ко всем цветам. Следующая пара. Следующая пара уже идет в их классической упаковке. Здесь ничего сверх такого, это самые обыкновенные шлепки. Но, помните, я вам говорила, что флаг Италии присутствует. Здесь рекомендации по поводу ухода за обувью. Я вам просто сделаю спойлер. Это такая прекрасная и мягкая подошва. Вы просто будете в шоке. Я просто впервые такое ощущала на своей ножке. Красивая вот эта перепонка со шлепок. Видите, просто не знаю, ли свет хорошо передаст. Она немножко светлее, нежели на камере. И такая рельефная. Похожа на кожу питона. Ну, типа рельеф. Но это не кожа, а ткань. Здесь тоже подошва, но она очень мягкая. Вот те. И хорошо держит стопу. Пальчики не выпадают. Моя мама как-то даже сакцентировала на этом внимание. Очень удобно, что пальцы не выскальзывают, как у предыдущей модели. Хорошо смотрятся такие шлепки с шортами. У меня шорты, и они как-то так гармонично смотрятся. И в летних образах тоже. Ну, честно, когда их увидят, я думаю, ну, какой-то такой вариант, ну, странный. Ну, как по мне, немножко такая высокая, видите? Пяточка, она немножко повыше сделана платформа, но честно, они такие удобные и супер практичные. Покажу вам уже на ножке. Ну что ж, я вам показала свои альтернативы, вы можете воспользоваться. Все ссылочки я оставлю внизу на данный перечень всех шлепок, которые мне понравились. Огромное спасибо вам за просмотр и до скорого. Всем пока!